Здравствуйте, меня зовут Мариус, я верующий человек. Библия говорит, что Евангелие – это сила Божья ко спасению каждому человеку, кто поверит. Почему я здесь стою и вам говорю? Потому что 13 лет назад моя жизнь была полностью разрушена. Но я попал людям, которые мне проповедовали Евангелие. Я открыл свое сердце, и Бог полностью изменил мою жизнь. Библия говорит, что дьявол пришел красть, убить и погубить. А Христос пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Может, ты сегодня переживаешь какие-то трудности или проблемы. А может, у тебя все хорошо. Но я хочу тебе одно сказать, что Бог настолько сильно любит нас. Он хочет прийти в нашу жизнь. Он хочет, чтобы мы приняли Его в свое сердце. И Он бы мог бы нас спасти от ада. Ты можешь задать мне вопрос. Мариус, почему я должен идти в ад? Я же хороший человек. Ничего плохого не делаю. Я хорошая мама. Я хороший отец. Но Библия говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Но кто призовет имя Господня, тот спасется. Ты не можешь себя оправдать хорошими делами. Ты можешь быть самый богатый человек на свете. Ты можешь иметь всю нефть этой земли. Но если в твоем сердце не будет Христа, ты пойдешь под гибель. Ты пойдешь в ад. Потому что Библия говорит, мы спасаемся не хорошими делами, но верой нашего Господа Иисуса Христа. Потому что если вы были бы спасены хорошими делами, вы начали бы хвастаться, и Христос был бы так просто распят. Поэтому сегодня стучится Иисус в твое сердце, и ждет, пока ты отворишь свое сердце, и Он придет в твою жизнь, изменит твою судьбу, и твоя жизнь изменится. У меня здесь есть молитва покаяния. Вы можете взять буклетик, как и примириться с Богом. В этом районе есть церковь «Сила пробуждения». Здесь пастор Андрей, пастор, который будет молиться за вас. Я хочу сейчас помолиться с вами этой молитвой. Вы можете сейчас молиться со мной. Скажите, дорогой Иисус, прости мои грехи, приди мое сердце и стань моим Богом. Я каюсь в всех своих грехах и прошу Тебя, Иисус, запиши мое имя в свою книгу жизни. Аминь. Да благословит вас Господь Бог. Бог так сильно любит каждого из нас. Он хочет прийти в вашу жизнь и изменить вашу судьбу. Но Он не может это сделать без вашего разрешения. Иисус стучится в двери твоего сердца и ждет, пока ты их отворишь. И Царь славы, Бог Богов, Иисус Христос, войдет в твою жизнь и изменит твою судьбу. 13 лет назад я умирал от депрессии. У меня было множество проблем. Но я принял Иисуса в твое сердце. И все изменилось. У меня есть жена, которая болела эпилепсией. Я напила сами скидали. Я говорю, Ольга, если ты примиришься с Иисусом и отдашь свою жизнь Господу Иисусу Христу, Он изменит твою жизнь. Она противилась 3 месяца, но все-таки решила покаяться. Она открыла свое сердце для Бога, и Бог исцелил ее жизнь. Мы поженились. И она узнала, что она не может иметь детей. Я говорю, Ольга, Иисус Христос пришел дать жизнь и жизнь с избытком. А дьявол пришел красть, убить и погубить. Я говорю, давай молимся, давай верим. Мы молились, мы верили. И Бог сделал чудо, и нам родилась дочка. Мы назвали ее Эрика. Это означает избранная. Я хочу вам задать вопрос. Сколько стоит лечение от эпилепсии? Что делать, если ты бесплодный? А если ты зависимый от лекарств? Кто поможет тебе? Сколько ты потратишь денег?
вопрос, или ты будешь исцелен. Но я тебе хочу сказать, есть тот, который решает все. Его имя Иисус Христос. Если ты откроешь свое сердце, то я его. Иисуса Христа, то все дела дьявола, они разрушатся в твоей жизни. Я хочу молиться с тобой. Если ты слышишь мой голос, я хочу прямо сейчас молиться за тебя и с тобой вместе. Ты можешь взять и взять. Я помолюсь за тобой. Ты можешь повторять со мной эту молитву. Скажи, дорогой Иисус, прости мои грехи. Приди в мое сердце. И стань моим Богом. Я каюсь. Иисус, как своего Бога и Спасителя. Аминь. Да благословит вас Бог.